простыни разбудил колокольный звон. На обед это я мечтаю. Руку с розбифом, еще вино. А потом я поеду к Гале. И Галя будет меня ругать. Вот почему мы подруга? До сих пор не знаю, когда и куда улетать. Не жизнь, а забеги. Вот ей-богу забеги. На 100, на 500. Навсегда. Уеду. К собачьим чертям я уеду. Галя, алло.
формата. Очень красиво, действительно безумно красиво. И молодой человек сказал, что вот то, что, во что это завернуто, это ноты, да? Так это ноты не просто ноты советских песен. Да. Я, ну, скорее всего, я уверена, и я правильно говорю, что сегодня есть много людей, которые пришли на концерт первый раз, видят меня первый раз. Я правильно понимаю? Спасибо большое. Спасибо. Я благодарю тех людей, которые вернулись второй раз. Я хочу сказать, что, ну да, все меняется, я меняюсь. Хорошую, надеюсь, сторону, я надеюсь. Вот. Я всегда слушаю замечания, я поняла, что все-таки я хорошая девочка, папа, что все-таки меня воспитывали, только в 38 наконец-то довоспитали. Потому что сколько бы меня не ругали, я вначале огрызалась, а потом поняла, что лучше послушать людей, послушать советов. Потому что плохого-то не посоветуют, правильно? И сделать, как говорят люди. Вот я пытаюсь это сделать, но любовь к советским песням. Потому что были такие инциденты, когда люди вставали, действительно были, это было очень хорошо, помню, в Москве, в Волгограде. Да, было такое, да. Они вставали, слушали где-то часа 2,5 мои песни, как сейчас я пела, да. Когда я запела советские песни, они вставали, говорят, мы сюда вообще два года пришли слушать не советские песни. Я очень раз прошу, понять меня правильно. Мне ничего не нужно от советской песни, кроме самой песни. Потому что действительно пласт культуры и такие слова, которые писались в советские времена, сейчас очень тяжело пишутся. Мало песен, которые могут довести человека до мурашек, до слез, действительно. Я сейчас исполню одну песню сама, исполню вторую, исполню с Александром. Ну, правда, если что, Александр в этой песне петь не будет. Но вы поймете, что такое петь не исполняя. Это искусство, которым Саша владеет совершенно. Ничего, Сашенька, так давайте мы так раз начнем. Ну нет, Сашенька, оставайся, пожалуйста. Он владеет совершенством еще, да, многими вещами. Правильно, девушка засмеялась. Музыкант натурал. Сашечка, Америки, а вот эту хочешь? Да давай уже тогда исполним. Нет, вернись. Не уходи, я тебя умоляю. Сейчас мы тогда с Александром исполним песню, в которой он петь ничего не будет. Вот. Александр Осенин, город Санкт-Петербург, аккордеон. Одна из самых великих песен. Она считается давно уже народной песней, тем более исполнялась она в свое время, и я взяла на себя смелость после нее петь эту песню. Надеюсь, хотя бы не хуже. Великая Лидия Русланова. Мы на лодочке, которые... Спасибо. Золотой. Мы не гребли. Субтитры сделал DimaTorzok.
Меня маменька ругает, мой дядька больше бережет. Вот как я иду домой с гулянки, он с поленом всегда ждет.